Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я хочу в этот гигант зайти, приехала. Это на Мочищенском шоссе. Вот площадка огромная, здесь большой магазин, мне он нравится, я была здесь давно. Ну вот хочу сегодня в него зайти и как раз снять вам обзор. Ну что, пойдем посмотрим, что там будет. Набор для приготовления канапе. ₽99 стоит. Такие наборы для перца и соли. Вот этот набор ₽89, а вот такой ₽96. Стеклянные. Не пластик. Вот приспособление разделывать ананас, ₽59. Вот типа как я в Фикспрайсе брала по 99, очень похоже. Также сделана она, стоит дешево. Набор палочек для канапе ₹78, такой наборчик. Вот набор кулинарных конусов для рожка ₽103, такие из нержавейки наборчик. Ножницы для нарезки зелени теста для пасты ₽189, вот такой вот набор. ₽67 шприц для торта. Яблоко резка ₹47, смотрю. Вот такой декоратор для овощей, чтобы резать конусом. ₹104 стоит вот в такой коробочке. Здесь вот смотрю формы, ₹163 стоит все. Тут выбирать надо. Вот такие. Силикон хороший такой. Вот мне понравился, смотрите. Вот такой вот для кекса. Цена одна, тут надо просто выбирать. Цветочки вот такие есть. О, кстати, смотрите. ₹163 все. Просто надо покопаться, выбрать мишки. И вот такая форма осталась, видать, с Нового года. Вот такие часы здесь. Вот эти вот ₹700, ₹724. Вот они, верхние часы. Одинаковая цена. Вот это вот ₹377. Вот детские часики ₹425. Вот такие вот ₹549. Ну вот такие часики у нас здесь. Здесь вот кружки ₹93. Вот такая вот ₹89. ₹95 вот это. Вот ₹70 кружечка. ₹83 вот такая. Я подешевле выискиваю. Вот ₹69 такая кружка. ₹89 вот такая. Вот ₹99 вот такая. Вот это ₹99. ₹89. И вон та стеклянная ₹44. Ну, в общем-то, из дешевых все. Больше я не вижу. А остальные все больше ₹100, я смотрю, кружки стоят. Вот, кстати, еще ₹63. Такая вот стеклянная, интересная форма. Здесь вот банки вот такие красивые, стеклянные. ₹59 стоят. 780 миллилитров с
хорошей крышечкой. Цена, в общем, 59 рублей, считаю, нормальная. Вот такой вот набор для специй. Пластиковый, 75 рублей. Я смотрю набор, а это вот в середине, я думаю, для салфеток это такой наборчик. Вот салатники, в общем-то, смотрите, 95 рублей. Вот такой вот. Большой. А вот такой 75. Оформлены одинаково, только разные объемы. Кружки пивные по 180 рублей. Вот такие вот. Вот такая 83 рубля стоит. 95 рублей вот такая кружка. Вот такая кружечка 86 рублей. 89 вот такая вот большая. Стаканчики 23 рубля всего вот эти простые. Вот кружечка 75. Вот эти вот по 99. Вот 79 рублей. Бокалы для шампанского вот такие вот 88 рублей стоят. Для вина по 80 рублей вот такие вот. И по 35 рублей вот фужеры под шампанское. 35 рублей вот на коротких ножичках такие. Вон рюмочки 6 рублей всего стоят, написано. Цена номер один. 6 рублей, пожалуйста. Кстати, графин Галамарти я такой взяла по 140, что ли, а здесь 116 рублей. Один в один графин. Цена нормальная. Надо же. Я смотрю, полотенце 39 рублей махровое. В общем-то, 30 на 50. Нормальное полотенчико. И качество хорошее. Настоящее махровое полотенце. Вот, прям смотрите. 39 рублей всего стоит. Цвет, правда, только вот зеленый, я смотрю. Вот такой синий. И вот такой вот цвет. И все, три цвета. Ну, цена вообще хорошая. Полотенчика очень хорошего качества. Тут очень много велосипедов. Прям целый вот, смотрите, стоит полностью. Детские, взрослые, всякие разные. 3000 детские, смотрю. Ну, там с копейками всякие разные. Там дальше уже взрослые, 4-5. В общем, полно. Здесь вот шапки детские, 149 рублей. На мальчиков, вот сейчас на лето, шапочки. И на девочек. Это считается здесь, что они уцененные. В общем, надо смотреть. Мужские носки 22 рубля, я смотрю. 31 рубль. Надо смотреть вот их. 41 рубль, я смотрю. 35 рублей носочки. 39. Это все мужские. Тут, конечно, и по 70, по 80 есть. Вот 39 носки. 76 рублей, смотрю, разные. А это всякие тут кофточки эти, 500 рублей с длинным рукавом. Эти аж 900 рублей, но это как теплая прям кофта. Это вот 300 рублей, я смотрю. Это вот тоже 300, 340 мужская. А это плавки 270 рублей. Вот они. 227 рублей, я смотрю. 215 рублей.
215. Здесь вот такие кепи. 534 рубля, 562, 490 мужские, бейсболки мужские 390 рублей, смотрю, 530, как кожаную здесь вот, 390, вот такая, 490, такая вот кепка. И вот такие по 562 рубля мужские. Шапочки по 269 рублей. Смотрю, купальники здесь женские 479 рублей. Вот такие, ну, большие размеры, что-то смотрю. Хотя, может, и поменьше есть. Вот эти вот 349, 479. А это раздельные 469, тоже купальники. Вот эти вот 506 рублей купальники. Ну, в общем, 500-400 купальники. Футболка мужская, вот такая, 175 рублей всего. Нормальная цена. Красная, и вот есть вот такой вот, не совсем белый какой-то, он такой как чуть с кофейным. 175 рублей стоит футболочки. Кстати, вот есть такая вот сиреневая, а эти уже по 299 футболки, я смотрю, а эти по 380, и эти 380. А эти у нас 250. Так, детские сапожки 299 и 399. Розовые 399, как я поняла. А вот эти вот 299 синие. Детские сапоги. Смотрю, яблоки здесь 89, краснодарские. Бананы 85 рублей, смотрю. Так, чтобы дешевых не вижу. Груши дорогие, конференц 216. Так. А что у нас? Перец. Перец 209. Помидорки 174 рубля. Ташкент написано. Что тут у нас? Мандаринки 109 рублей. Лимоны 104 рубля. Ну, лимоны средняя цена. В общем-то, выбрать можно хорошие лимончики. Мандарины 109. Вот картошка 6 рублей килограмм. Вот написано. Эти 6,90. Вот в таких сетках. Огурцы по 79, тоже цена нормальная, тепличные, такие длинные огурчики. Так, 154 томаты. Тапочки сланцы 77 рублей детские. Вот такие вот. 599. Вот такие кроссовочки. Здесь вот кофе сублимированный, акция банка, и плюс одна вроде как подарок. 337 рублей, Якобс Монарх. Смотрю, сахар 45 рублей стоит, мука высший сорт 2 килограмма 44 рубля стоит. А это у нас масло растительное 89 рублей. А это
А это сахар 5 килограмм 239. Не знаю, надо умножить, хорошо это или плохо. Тушенка говядина 67 рублей. Курганская написано. Вот в таких банках. Пряники 41 рубль. Клюква. С сердечком сделанная. 400 грамм. Смотрю, сайра 42 рубля стоит. Вот такая вот. С добавлением масла. Вот такая сайра 59 рублей натуральная.